Всем привет! Сериал «Стенограмма судьбы». Краткое содержание 5 и 6 серии. Анна расстроена. Она узнает, что ее любовь оказалась роковой ошибкой. Сестра Инга не желает видеть ее, а Юрий выгоняет Анну из отцовского дома и, угрожая ей тюрьмой, требует забыть о родстве с Печорским. Сергей везде ищет Анну, а она тем временем решает сбежать из Москвы. Конец 1979 года. На новогоднем празднике Анна знакомится с галантным медицинским журналистом Борисом. Он сразу же начинает за ней ухаживать, и его даже не смущает ее беременность. Но Анна не спешит ему отвечать взаимностью. Инга и Юрий собираются найти информацию о коллекции картин генерала Печорского. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик.